привет, и мы на канале Надюшка ТВ. Сегодня я покажу своих кроликов, конечно, покажу маленьких крольчат, но также расскажу новости. Ночка у нас беременная, я надеюсь на пополнение, что у нас Ноча родит в ноябре и будет хорошей мамой. Вот Лучик. С Лучиком все прям отлично. Тут Мелисса. Мелисса тоже, по сути, должна быть беременна, но я ее еще не проверяла. Вот Баффи, но она, кажется, прохолостила у нас. Тут у нас раньше жила Белла, но Белки у нас нету. Сейчас я вам расскажу эту новость. Новость, конечно, печальная. Новость такая. Получилось так, что Белка оказалась в клетке у Лучика. Лучик тогда был, как скажем, неполовозрелый, и он угробил Белку. Он разодрал ее до ран. Когда я брала за шкирку, то шкурка рвалась, и Беллу нам пришлось забить. Как не хотелось, мы ее забили и съели. Ну, хорошо, что у нас были ремонтные самки. И мы оставили Мелиссу. У нас было две рыжих девочек. Одну девочку мы пустили на мясо. И у нас был мальчик, но я его, по сути, хотела продать. Но он был настолько маленький, у него был маленький вес. И мы его тоже пустили на мясо. Это жизнь, ребят, тут нет такого живодерства. Их растят для этого. Это сельскохозяйственное животное, которое растет для еды. И тут нет какого-то, знаете, живодерства, как некоторые пишут. Ах, ты живодерка, ты кролик ешь. Mm-hmm. Сейчас, наверное, Баффи пойдет на свадьбу, если она прохолостила. Вот, крольчонок, это моя девочка. Ее зовут Мята. Мята, мне вот интересно, почему Мята, она что, зеленая, что ли? Ну, не знаю, может, я ей поменяю имя, может, ее будет звать Снежка. Ну да, Снежка прикольная. О, Снежка, все, она будет Снежка. Это моя девочка! Я ее себе оставлю. Сейчас покой. Вот этот мой. Это Алинин кролик, мы его наметили. Ну ничего, вырастет шерсть. Алина себе возьмет двоих крольчат у меня. Вот еще одна крольчишка. Это девочка. Мальчик, это девочка. Но мы не знаем, как ей придумать какое имя. Пишите в комментариях. Тому мы и тому да, тоже давайте имя. Mm-hmm. То мы не можем придумать с Надей. Мы ее наметили. Тут чуть-чуть отрезали. Да. Ну, такое холёсе крольчишка. Алина себе заберет двоих крольчат. Вот они бегают уже большие, завтра им месяц. Они любят сидеть в кормушках. Ага. И ходить туда в туалет они любят. Да, только, да, да. Только по-большому. То были крольчата Лудена, а это Эльзин. Это приемыш. Вот еще один красавчик. Угу. Это именно Эльзин их. У Эльзы с 8 штук осталось именно ее крольчат 6. А у Луны именно ее крольчат с 11 осталось 9. Вот еще крольчонок Эльзин. Да. Там серые, такие темно-серые. И один беленький, ну это приемыш. Вот Эльзочка. Вот все Эльзины крольчата. Да. Вот Луночка. Луночка-булочка. Крольчонок ест арбуз. Там выглядывает с будки. Маленький. Не хотят вылазить, холодно на улице. А сколько у нас, интересно, сегодня на улице? Надо посмотреть по синоптику. Тут кушать мама с сыночком или с дочей. Мы сделали с Алиной вот такую коляску-клетку. Ну да. Мы и поедем с ней на рынок. Мы повезем крольчат продавать. Смотрите, на рынок. Как тут такая штучка. Берете. Угу. И вот так открывается. Садишь крольчат и закрываешь.